Республика Карелия. Удивительный край лесов и озер, рек и водопадов, невероятной природы и глубинной истории. Край трудолюбивых и гостеприимных людей. Ладожское и Онежское – известнейшие озера Карелии. Самые крупные не только в республике, но и в Европе. Республика Карелия расположена в северо-западной части России. Регион находится всего в 1000 километрах от Москвы и 400 от Санкт-Петербурга. Столица республики – город воинской славы Петрозаводск. Карелия – это регион с динамично развивающейся экономикой, сферой туризма и медицины. Здоровье граждан – основная ценность, поэтому в республике большое внимание уделяется развитию здравоохранения. Медицинские организации оснащаются современным оборудованием и автомобильным транспортом. Создаются комфортные условия для медицинских работников и пациентов. Внедряются передовые технологии профилактики, диагностики и лечения. Введена система непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных технологий. За последние годы введены в эксплуатацию более 40 ФАПов в селах республики, в которых они отсутствовали. В 2019-2020 годах приобретены 107 квартир для врачей, приехавших на работу в муниципальные районы Карелии. На оснащение госучреждений здравоохранения республики медицинским оборудованием направляются беспрецедентные средства. Создаются новые отделения медицинской реабилитации, центры амбулаторной онкологической помощи, планируется строительство нового здания республиканского онкологического диспансера. До конца 2025 года в республике появится 67 новых объектов здравоохранения. Заменят 64 ветких ФАПа и врачебных амбулаторий. Более 1000 единиц оборудования и 246 санитарных машин получат медицинские организации региона. Развитие сети медицинского обслуживания влечет пополнение трудовыми кадрами. Министерство здравоохранения Карелии приглашает к трудоустройству врачей и средний медицинский персонал из других регионов страны. При трудоустройстве заработная плата врачей составит от 40 до 80 тысяч рублей, фельдшеров от 25 тысяч до 45 тысяч рублей. Участники программы «Земский доктор» получают единовременную компенсацию от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. С 2021 года выплаты по программе «Земский доктор» предоставляются не только врачам и фельдшерам, но и акушерам и медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов. Участвовать в программе могут медицинские работники, прибывшие в районы Карелии из других регионов страны. В помощь при переезде действуют и дополнительные меры социальной поддержки. Оплата проезда медработника и члена семьи, оплата провоза багажа, предоставление служебного жилья или компенсация найма жилья и коммунальных услуг. С 2012 года по программе «Земский доктор» к работе в республике приступили почти 200 медицинских специалистов. Только в 2020 году 36 врачей переехали в Карелию из соседних Вологодской и Мурманской областей, а также из Центральной России, Краснодарского края и Дальнего Востока. Подробнее об условиях трудоустройства в медицинские организации Карелии можно узнать в отделе кадров Министерства здравоохранения по телефону 8 814 2 44 52 20, добавочный 132. Добро пожаловать в Карелию!